один з найвідоміших лікарів нашої країни. Він – власник клініки естетичної медицини в центрі Києва. Він – бажаний спікер на престижних конференціях і симпозіумах світу. Від Астани до Мадрида, від Стамбула до Орландо. Він – засновник Ukrainian Medical Festival і творець креативної платформи «Камінський хаб». Він – це найпопулярніший пластичний хірург України – Едгар Камінський. І його чекає на розмову Анна Скрипей. Приєднуйтесь! Вітаю у фейс-контролі. Едгаре, дозвольте почати з найприємнішого, з дитинства. Який ваш найкрутіший малечий спогад? Це ёлка, украшена сосисками і снікерсами. Це так незвично. Це дуже незвично. Це ідея моєго папи. Ну, тоді снікерсів не було. Ну, вот их невозможно было купить, это было что-то, я даже не знаю, с чем это сейчас сравнить, с 13-м айфоном. Например, сейчас 12-й, 13-й будет через год, а елка развешена 13-ми айфонами и сосисками. То есть все мечтали о сникерсе, о баунти, вот нам дарили сникерс или баунти, мы его делили на 4 части, папе, маме, сестре и мне. И тут у тебя елка со сникерсами. Только, ну, почему с сосисками? Потому что нужно было сначала съесть сосиску, а потом только можно было съесть сникерс. Ви з 5 років мріяли стати лікарем. Вам дуже пощастило, бо у вас була мрія. А є такі люди, от, які і в 13, і в 17, і в 20, вони от не знають, ким вони хочуть бути. От що порадити таким підліткам, які от шукають себе? Ну, я не уверен, что они не знают, кем они хотят быть, потому что каждый из нас, когда ложится спать, он о чем-то мечтает. Во-вторых, у всех есть социальные сети, TikTok, Instagram, и можно даже проследить, чем интересуется человек, на кого он подписан, на спортсмена, певца, артиста, еще кого-то, то есть его уже влечет как-то в эту сторону. Можно банально спросить у друзей. Слушай, вот я потерялся, я не знаю, вот что ты мне посоветуешь? Слушай, вот я вижу, вот у тебя это получается, или вот это получается. И стараться себя в этом найти, но стараться сразу окунуться в это. Ну, то есть, например, ты решил стать писателем – пиши. Ты решил петь – пой. Ты решил играть в футбол – играй в футбол. Но посвяти этому хотя бы первые несколько месяцев, и ты поймешь, ты чувствуешь от этого кайф или нет. То есть, призвание в жизни – это то, о чем ты мечтаешь и думаешь постоянно, с утра до вечера. Да, вот, вот твои мысли в будущем связаны с этим. Хотя, например, когда я был в вашем возрасте, я фанател от баскетбола. То есть, если посмотреть на мою юность, утром, днем, вечером я играл в баскетбол. То есть, можно было бы подумать, что я хочу быть баскетболистом, но это было хобби. И я всегда думал и думаю наперед, и я понимаю, что там с моей антропометрией, с моим ростом, еще с чем-то, ну, я не стану знаменитым, выдающимся баскетболистом. Все-таки лучше отдаться вот тому детскому увлечению и идти к этому. От ви вважаєте, що ви правильно вибрали свою майбутню професію? От ви насолоджуєтеся своєю роботою? Я не скажу правильно или нет. Я точно знаю сейчас, что если бы не медицина, я бы себе точно нашел минимум в искусстве, в архитектуре, в маркетинге, в рекламе, там, в бизнесе, в продаже, да, во многих отраслях. То есть, когда ты интересен сам себе, когда тебе вокруг многое, что интересно, вот ты не пропадешь. Ты сможешь заработать где угодно. Ну, факт. Ну, я знаю, если вот не дай бог, вот завтра все красивые, никому не нужны пластические операции. Вот я уже завтра знаю, чем я буду заниматься. Вот самое быстрое – это я буду фотографом. И знаю, буду классным фотографом. У меня много фотокамер, я буду видео снимать, как вы сейчас делаете. У меня будет крутая студия, я буду быстро монтировать, будет классный цветокор, классный звук.
Ну, одним словом, главное не унывать и просто верить в себя. Ви могли стати одним із, але ви стали най-най. От що підліткам варто взяти на замітку, щоб стати успішними? Ну, так скажу. Если проанализировать тот круг общения, в котором я был и с кем я общался, вот все эти компании, которые проводили время в пьянках, каких-то там во дворе, собраниях, еще чем-то, они ничего не достигли. Все эти люди, которые в моем возрасте плюс-минус там пару лет, от 30 до 40, известные сейчас, состоятельные, состоявшиеся, и будут еще крутыми дальше, это люди, которые не сидели во дворе с кем-то, не бегали по ночным клубам, не употребляли алкоголь, не напивались, не курили. То есть они занимались собой, читали, развивались, интересовались. И сейчас это выстрелило, потому что нам по молодости кажется, что для того, чтобы быть успешным, нужно быть в какой-то тусовке. Нужно где-то зависать, с кем-то быть. И для нас это путь к успеху, да, стараться, как быть старше, курить, как быть старше, пить. Но, во-первых, как бы ты ни курил, ни пил, ты все равно выглядишь на 15 лет. Ну, это факт. Но просто ты себя уже портишь, и потом себя не вернешь. То есть пока это все происходит, есть люди, которые, да, сидят дома, да, они какие-то задроты, еще кто-то, но потом эти люди становятся миллионерами, становятся успешными людьми, и потом они уже пример. И эти люди работают на успешных людей. А вы с детства были такие вот смотивованные, чи вот кто-то на вас так повплывал? Я скажу как. Во-первых, у нас был сильный класс в школе. У нас было 23 или 24 выпускника в 11 классе. В половина золотая медаль. То есть у нас был сильный класс. У нас не было там лузеров или кто-то отставал или реально плохо учился. Наверное, это тоже подталкивало, да, вот внутреннее какое-то такое соревнование, состязание и такая вот поддержка. Но я думаю, не нужно про это замысливаться. То есть даже если у тебя плохие оценки, всякое бывает. Кто-то тесты плохо пишет, да, кто-то лучше математика, кто-то там лучше украинский язык. Главное получать кайф и верить в себя. То есть вот всегда думать о том, что вот потом будет так, так, так и так. Ну вот как было в моей семье. Я когда что-то хотел, о чем-то мечтал, говорил, у меня всегда мама говорила, вот значит так и будет. Если ты хочешь, там машина будет, квартира будет, ты хочешь учиться в Киеве, ты поступишь в Киев. То есть, да, возможно, у кого-то нет родителей, нет или нету родительской поддержки. Значит, нужно для себя внутренне проговаривать, либо есть друзья, знакомые, которые поддержат. А если вы еще будете еще кого-то поддерживать, вот эта взаимная поддержка, это будет большой-большой плюс. Чи є у вас правила щасливого життя? Могли б ви з нами поділитися? Ну, верить в себя, поддерживать других, ценить помощь других и помнить помощь и поддержку других, быть отзывчивым, быть позитивным, коммуникабельным, позитивно мыслящим человеком. Ну, в общем, много примеров, конечно. Що ви, виховуючи своїх дітей, точно б робили не так, як це робили ваші батьки? Я думаю, я би не делал так или не так, я делаю так, як воно у мене лежить на душі. Во-первых, я всегда їх поддерживаю во всем. Вот любое увлечение, я его поддерживаю. Я говорю, это тебе не нужно, или тебе нужно это. Знаете, есть семьи, где говорят, вот ты должен пойти на футбол, или ты должна пойти на танцы, или ты должна пойти там, в художественную школу. Никто никому ничего не должен. Нужно смотреть, к чему есть интерес. К этому есть интерес, развивай его. Я буду стараться помогать в этом направлении становиться лучше. Если потребуется от меня помощь, там, словесная, еще какая-то, я помогу. Если нет, нет. То есть я не буду корректировать жизнь. Ну, я могу дать свой совет, но тут тоже очень важно сделать это правильно. Но я думаю, самое важное – это слова поддержки и веры. Что зачастую в вашем возрасте вы не верите в себя, а вдруг не получится, а вдруг это. А когда есть человек старше, говорит, нет, получится, постарайся еще, еще. Вот это помогает. То есть самое главное там обнять,
поцеловать, поддержать, пожать руку, сказать, все будет хорошо. У вас такий образ відмінника по життю, такий правильний, стриманий. А ви робили колись шалені вчинки? Ну, хоча б один. Ні. Ні? Шалених немає. Я дуже осторожний. Я тому ніколи не употребляв алкоголь. Теж об'ясню, чому. Коли я бачу зі сторони, коли людина втрачає над собою контроль, то, ой, я нічого не пам'ятаю. Я там начудил, вычудил, есть же компании, которые типа прикольно, ты не помнишь, а тебе потом рассказывают, какой ты был смешной. Мне это неприятно, не хочу это слышать. Я хочу свою жизнь контролировать. Поэтому я этого никогда не делал. Точно так же и наркотики. То есть я не понимаю, как ты можешь что-то не контролировать, не совладать с собой. Во-вторых, в плане поступков мне будет неприятно, если кому-то будет за меня неприятно. Вот кто-то про меня услышит, я это сделал. Ему, ну, например, родители мои, да, им будет неприятно слышать это обо мне. То есть я забочусь и о других тоже. Я им тоже за это благодарен. Поэтому я не прогуливал школу ни разу. Мне было бы неприятно, если бы директор или там классный руководитель, кто угодно, вызвал родителей и сказал, что я прогулял. Ну, как бы. Так, чтобы я там, не знаю, прыгнул с поезда, запрыгнул на троллейбус. Ну, как бы я понимаю, что можно руки-ноги поломать и можно в больницу попасть. Тут еще тоже, я думаю, что сыграло то, что я медик. Когда ты приходишь в политравму, видишь молодых ребят, которые уже никогда не будут ходить, которые могут сказать только пару слов, обездвижены, они под аппаратом искусственного дыхания, за них дышит аппарат, или они умирают. И это почему? Потому что это все было с фраз начинающихся «смотри, как я могу», «я крутой», как будто мы что-то пытаемся доказать, парню, девушку и так далее. Как правило, из-за этого все факапы случаются. Ну вот, конечно, тебе этого не хочется. Ты думаешь, не, я вот такого я не хочу. Ви працюєте з людською невпевненістю. Тут щось не так, там щось не те. Ця тема, вона така рідна для підлітків. От як ви порадите боротися з такою нелюбов'ю до себе? Ну, на самом деле это заблуждение, и эстетическая хирургия, она не работает с там, невосприятием себя, скажем так. То есть таких как раз клиентов нужно отправлять домой, нельзя их оперировать. Человек, который не уверен в себе или который себе жутко не нравится, потому что, скорее всего, он и дальше не будет себе нравиться. Пластическая хирургия – это ты себе нравишься, но хочешь чуть-чуть лучше. Ну, например, ты начал худеть, заниматься спортом, но еще хочешь кубики. Ну, то есть мы всегда хотим чуточку лучше. Нас все устраивает, все хорошо, мы себя любим, но хотим немного больше, лучше. Вот это пластическая хирургия. А все остальное – это не пластическая хирургия, как раз люди, которые не любят себя, не уверены в себе, они всю жизнь такими остаются. Совет, как себя полюбить? Честно, это уже... Все зависит еще от воспитания, от того, что мы видим внутри семьи, или же брать пример извне. То есть, вот, например, вот у меня были любимые актеры, спортсмены. Я не скажу, что я им подражал, но это была как бы картинка, на которую ты смотришь, думаешь, вот не хуже, чем он я буду. Например, в моем возрасте был Арнольд Шварценеггер. Уверенный себя мужчина. Да, которого все боятся, уважают, ты смотришь, считываешь мимику, его поведение, его движение, его слова, и как бы для себя делаешь какие-то выводы. Стараешься тоже так делать. Я, кстати, даже я вот точно помню, я очень хотел прическу, как у Терминатора. Мне мама так феном начесывала эту прическу. И, кстати, в плане нравится, себе не нравится, у нас у всех в возрасте есть щечки, а мы же хотим, чтобы их не было, мы же хотим казаться взрослее. И я их закусывал. Так. То есть я вот так вот закусывал щеки, шел так по школе, типа такой, вот, я себе уже просто представляю, мне было дико смешно, я так думаю. Такая вот причеха начесанная, закусил щеки, розовые эти закусанные щеки, идешь такой уверенный, думаешь, ты 2 метра ростом. Я же думал, что он 2 метра, оказалось, там 1,90 м или сколько. Поэтому для себя выбрать какой-то пример. И нужно тоже запомнить такое правило, что мы никому не интересны. Мы интересны секундно.
Мы думаем, что мы настолько популярны, мы думаем, что мы настолько будем известны, интересны, но это все зависит от многих событий, и нам важно, а что же о нас подумают. Вот об этом не нужно думать. Если тебя там обзывают, ты там некрасивая, ты там кривой, косой и так далее, надо их послать в одно место. И дальше делать так, как ты считаешь нужным, и идти к своей цели. І трохи блиців на кінець. Ви готові? Улюблений бренд одягу. Louis Vuitton. Улюблений формат відпочинку. Біля моря. Найкращий енергетик у житті. Діти. Скільки максимально віддали б грошей за кросівки? 20 тисяч доларів. 30-50. Найоригінальніший подарунок, зроблений вам. Діти. Найоригінальніший подарунок, зроблений вами. Діти. Добре. Якби ви записували світу послання на 10 секунд, що б ви сказали? Будьте позитивними. Ага. Чого вас навчив ваш дідусь? О! Мій дідусь мене навчив їздити на велосипеді і відстоювати свою думку. Що б ви змінили в собі? Змінюю в собі, намагаюсь бути більш впевненим у собі. Спасибі вам за спілкування і за те, що поділилися з нами вашим досвідом. Буду рад вашим успіхам і буде класно, коли ви мене пригласите в інтерв'ю через 5-10 років. А лучше, якщо буде через 5, потім через 10, потім через 15, а ми будемо пересматривати це інтерв'ю. Так, це буде дуже круто. А вам спасибі, що дивилися. Ми чекаємо на лайк. Бай-бай!